Все желающие в перерывах между соревнованиями смогут посетить краевые музеи, выставочные залы и экскурсии. Особое внимание уделили вопросам безопасности, отметил губернатор. У Кубани богатый опыт в проведении мероприятий международного уровня. Краснодарский край полностью готов к проведению финала 5-го национального чемпионата по рабочим профессиям. За три дня соревнования посетят более 150 тысяч школьников края и около 3 тысяч конкурсантов и экспертов из всех регионов России и зарубежья. И это тот случай, когда действительно главное не победа, а участие. Также глава региона отметил значимость проведения чемпионата, ведь при подготовке к нему Кубань растит своих специалистов рабочих профессий.